Я сама. Сама пойду. А ну, наручки. Отсижусь пару минуток и двину. Ноги. Старику уже, наверное, крышу рвет. Представляешь, с его доченькой что-то приключилось. А ты не ерничай, Дамир. Пап, это я. У меня батарея в рации сдохла, промочила ее. А так все в норме. Артем и ребята тут. Помоги Степану отца моего уговорить. Это он про Катю сейчас. Идите вы нахуй. Пацаны, помогите! Хулиганы зрения режут! Стреляйте, парни! Я веду за собой хвоста. Я ухожу. Давайте, он ваш. Тёма, правда, мне лучше. Всё нормально. Ну где там лохматый? Иди сюда, куда убежал? А чё, Сэмчик, как настоящая база оккупантов выглядит? Скажу, чтобы мы знали, как не наткнёмся. Ну как? Во-первых, везде огромные... Они не идут сюда, собаки. Чё такой грязный прицел? С ядерными реакторами в джобе. А, засралось. Оружие. Всем доброе утречко. Так, сегодня о чем стрим? Стрим на днях ставил вопрос. Вопрос в шортс. Пожалуйста, напишите мне, о чем, что вас интересует. Я буду отвечать на вопросы. Несколько вопросов я получил. Доброе утро всем. Я надеюсь, меня хорошо видно. Мне надо секундочку, да, вот так вот. И вот в данный момент мы наблюдаем, как человек играет на консоли. И это такая будет небольшая фишка для таких мелких подкастов, где будут определенные люди, которым ничего не стоило, будет получать как бы от меня донатик небольшой, и выборочно, просто рандомно это будет все происходить. То есть кто будет находиться на прямой трансляции, сам я смогу, соответственно, ему прям донат забросить, почему бы и нет. Ну, то есть я общаюсь с человеком в чате, такая маленькая рубрика, я вижу, если то как бы все нормально, то есть он, ну, бескорыстно там, или рекламку, или еще как-то, вот. Вот, дед. Да, как раз вы стримите. Такие вот дела. И теперь получается, вот, мага здесь, мага, благодарю, мага, в последнем шорте твоя есть реклама, как ты хотел. Для тебя ничего не жалко. Самый лучший комментатор, лучший игрок, драйвер и другие автоигрушки. Мага. Жизнью
ютубер, на чей канал вы должны обязательно заглянуть. Обязательно и нужно заглянуть. Его каналы и посмотреть. Так, теперь... Возможно, и подпишитесь. Мага пишет, я привет, и как раз через драйзера увидел, как вы стримите. Драйвера, то есть. Мага пишет, я-то в колокольчик ваш стрим не пришло. Понятно. Драйвер приветствует. Ну, сажусь, присаживаюсь. Да. Артём, у нас появилась возможность перебраться через мост без штурма. Дело такое. Я сейчас на прямую трансляцию. На прямую трансляцию хочу ему отправить донат. Уже несколько раз заходил. Просто поддержать человека. А, вот она. Извиняюсь, надо мне вот так вот ссылочку убрать. То есть варвар. Все это будет происходить сейчас на ваших глазах. Прям донейшн. Да. Мага, молодец. Вообще, благодарю. Я сейчас напишу. Вация. Попробуем, что с этого получится. Видел недавно такую штучку и думаю, блин, давайте попробуем. Просто это поддержка коллегам по цеху, как сказать. Меня вот Чиканокстер супер как бы, ну, показал, такой, ну, давай попробуем, что можно делать. Ну, вот, в принципе, теперь назад пути нет, теперь сижу здесь. Сижу здесь я, провожу стрим, звук, я надеюсь, слышно отлично. Так, посмотрим, что у нас получится. Я такой думаю, ну вот такую фишечку ввести в начале таких подкастовых стримчанских. Так что, если вы это сейчас видите, вы это увидите, можете через недельки две. Такие вот дела. Так, смс-ку я получил. Смотрим теперь канал Варвара. Да, вот. Звук, да. Нет никаких бандюков уже, я всех перестрелял. Не прогулка будет. Добавим звук его. И молнии там шаровые местами. Их святоши за демонов электрических держат. Так что ты покумекай сам, когда лучше выдвигаться. Артём, у него, наверное, донейшн не включен. Отправил, отправил человек 150 рублей. Связь там не важная, одни помехи. В общем, стримит игрушки прям, я такие никогда на играть не буду. Последние данные по окрестностям терминала. О, сейчас пойдем с прямой наводкой по рельсу. Да я за этих двоих не меньше вашего переживаю. Просто не факт, что здешние святоши хуже того, а у нас еще заправка осталась, не поюзанная, там где-то на заправке еще сидят. Бандики последние на заправке остались. Ну все, я пошел, дед, хватит ныть. Мужик, давай патроны. Молодцы, что батю уломали. Ну, Артём, как тебе моя мастерская? Наконец я все обустроил, как планировал. Нормальный верстак. И ящики под все инструменты и все остальное. Можешь тут оружие чистить и патроны набивать. Ну, в общем, как на любом верстаке, это понятно. А вот такой оружейки, как у меня, нигде нет. Блин, как Стив Геймер, если б я это знал. Вот, я так и подумал. Я ему сейчас забросил 150 рублей. В лучшем виде. И тишина. Как новенький, в общем. Обвес потом да, установишь. Да. Из вас всех настоящих мастеров сейчас делают, сделаем. Чисто вот от души, от сердца.
такой небольшой мотивос... Драйвер пишет донат. Слушай, Артём, задонатил, ну, я посмотрю. Сейчас посмотрим, потому что человеку заходил не один раз. Давайте поддержим человека. У него просто классные игрушки, классно комментирует. Прям... Что донат? Проверить донат? Сейчас проверим. Итак, колеса, колеса стучат, колеса. Он прям отлично так проводит игрушки. Почему бы и нет? И могу вам сказать одно, это было только начало, то есть менять оружие нахрен надо. Будет а что он предлагает мне тут, тихарь? Будет вот такого рода подобные вещи еще больше в дальнейшем. Через месяц будет вообще интересная штучка для вас. Так что оставаемся с нами, так, будет много-много интересного, все в разработке, и такие сейчас вот тестовая версия у нас сегодня. А, это обмен оружия, понятно, да нафиг, надо, он что-то новое. Сутричка, кофейку. А что это новое? Калаш, да калаш у нас есть. Калаш, калаш, калашулечка. А, это замена на другую хрень, все понятно. Что еще, с противогаз будем чинить? Да, бум-бум-бум-бум. Потрошки для Алёшки. Этого хватит, дайте мне, пожалуйста. Ну чё так мало, чё жадины, говядины? Задонатил, пишет драйвер. Сейчас, дружище, всё обязательно проверим. Кстати, куда пропал Владимир Малой? Владимир Малой нам тут на днях задонатил денежку, копеечку. Владимир, спасибо, потерялся. Спасибо большое. У него как раз было у мамы день рождения. И почему-то вместо мамы он мне подарил деньги. Это странно. Но приятно все равно. Спасибо, приятно, Малой, если ты будешь смотреть это в записи видео. Владимир Малой, большое тебе за твой донатище. Спасибо. Самый большой пока что донат в новом году. Сейчас посмотрим, драйвер. Брат, давай купи стимовскую вести из Пентайрес. Сейчас, дружище. Пентайрес. Я пока выбираю какие-то. Можно так же стримить. PS4 комп так же надо сочетать или настроить. Да. Я с PS3. У меня самого PlayStation стрим. Я провожу стримы через карту захвата. Да, драйвер. Задонатил 150 мотива рублей. Драйвер пишет, мотивация. Я сейчас стрим включил, вы и у меня. Привет, драйвер, еще раз. Спасибо за донатище, спасибо, дружище. Спасибо за поддержку. Вот. Девушка обязательно потратит эту копеечку на оплату интернета. Вот. Или на какую-нибудь игрулю. Так что благодарствую, сударь, весьма. Кабан, благодарю. Стив Геймер, можно стримить PS4. Поздравляю с новыми достижениями в нашем нелегком деле. Да, дружище. Дело нелегкое, сложное, мало кто верит, человечек. Думает, это все так просто, но, к сожалению, спасибо нет. Спасибо вам с Артемом, что помогли нам. Помогли человеку, знаю, от души к нему всегда приходишь. Подписывайтесь на канал, сейчас еще вам чуть вниз сделаю. Видно, Катя, будет не стоит или раньше нет. Времени благодарить. Можете это... только Артему удачи пожелать. Конечно, так вот. Артём, пусть вас Бог хранит. А курочка-то жарится. И вам, Стёпа, спасибо. Варвар 37 канал. Да что вы. Вот внизу сейчас должно быть видно, в принципе. Варвар 37 и приходим, подписываемся. Да? Человек довольно-таки, да, ну, постарше тебе, меня. Баки большие. Стримит. Опа. Периодически. Зайчики. Хорошие, пожалуйста, игрушки, интересные, а игрушки. Самый такой классный комментатор, летающий, вот прям страшный. У него даже он если где-то пролетит мат, но он идет себя от души, он прям такой нормальный, то есть наверное. Не как вот некоторые там матерятся прям некрасиво, а то есть все здесь в порядке, да порядке вещей, нашел, отличный пойти. Стример, с вами Дед, там его зовут Дед, Варвар 37, проходим. Такая небольшая правда, рекламочка. Правда. Ссылочку в чат вообще без проблем. То есть сейчас ссылочку сбрасываем именно на стрим, который в данный но момент идет. Страшное. Подпишись на него, скажешь, пришел от драйвера. Ну, как бы ну, смотрю, человек я сейчас на Насте вспоминаю. Вот делает... Настя, кролики рядом с ней.
делает вещи, играет прям. Я даже, наверное, так не смогу. Ну, может, когда-нибудь смогу, но еще, наверное, пройдет время. Да. И родились крольчата, и крольчиха не хотела их кормить. Выбросила их всех из клетки, и все. Пришлось их всех собрать, положить в коробку. На батарею так поставить, и потом мы эту собаку, крольчиху брали. Какие вот дела. Поздравляю с новыми достижениями в нашем нелегком деле. Спасибо большое. Этих крольчат подсовывали, чтобы они еще раз будем стараться. И это было только начало. Такие были забавные. Сейчас попробую ответить на несколько вопросов. Точно. То есть... И пошла Оля и решила, говорит, вот, пришел Стив Геммер, благодарю. Пошла, набрала винограда зеленого. Сказал, сделал, дала им, что может быть лучше. Так обидно, столько выращивали этих кроликов маленьких. Насильно мамку растягивали, чтобы они сосали молоко у крольчихи. А Олик хотел как лучше. Вот сейчас точно смотрю на эту Настю, так напоминает мою маленькую дочку, когда была маленькая. Также вот пришла, покормила. Говорит, я хотела кроликов покормить. Они все подохли, засранцы. Столько труда было. Так, гитара нужна? Наверное, не сейчас, когда вагон, наверное, пригоним. Ладно, побежали все. Анька, наливай. Артем, я ведь тебя так и не поблагодарила. Ему надо иногда минутку-две, потом он чат увидит и, соответственно, прочитает. Знаешь, я когда туда провалилась, даже не испугалась. Потому что знала, что ты придешь и спасешь меня. Игрушки стримит прям. Спасибо, я удам. Ну, беги. Может. Человек может. Вот такого духа подальше будут, в принципе, вещи. В будущем побежал. Периодически поцелуй, так будем убирать. Дорожку подбежали. Мы сейчас с вышки сиганем. Не хочу я там больше ходить. Надо чуть-чуть звук убавить. Сейчас до князя, доберемся до князя. В ближайшем будущем будет проходить... Вот. Пишет, я от драйвера, лайк плюс подписка, привет, степ-драйвер-геймер, то есть, фу, степ-геймер, судя по твоему нику, у тебя тоже есть канал, давайте заглянем к нему на канал. Итак, я захожу, сейчас, кстати, YouTube вернул опять три точки, можно заходить на канал опять. Итак, смотрим. Красота. Навин, новый дружище под ником степ-геймер, заходим к нему на канал. Но, судя по нику, явно у человека есть канал. Если геймер или там плей какой-то присутствует, да, значит, видишь? Явно 100% человек занимается творчеством на Ютубе. Сейчас посмотрим, как угадал я или нет. Мы. Итак. Да, игровой канал Step Gamer. Подписчиков 603 человечка. Друзья, 603 мои, подписчика. Заходите, вот посмотрите. Это вот. Вот, значит, смотрим. Человечек стримит Far Cry 6. Также стримит... Чё это? Aliens First Time. Это чужие, наверное, с этими. Но новенькие игры человечек стримит. Также смотрит, стримит, да. Division. Всё. Дивишку стримит человечек. Ага, вот оно что. Угу. Смотрите, так, ну, опять Division. Первая Division, а чё, вторую не стримишь? Так, Dark Souls у человека есть на канале. Так, друзья мои, все, кто есть на стриме, быстренько поддержим начинающего стримера, ютубера под ником Step Gamer. Мы, маленькие каналы, должны поддерживать друг друга, рекламировать. Заходите, подписывайтесь, поддержите человечка. Да. А мы бежим дальше. Наиболее лучшие рекламки Step Gamer не могло бы быть... Благодарю, там, что сделал князя встретить. Лайк, князь, подписка, кажется, смотри, тебе сделали там рекламку, соответственно, это прям, это шикарно, вот, это, вот так это как бы работает, то есть не какие-то там это... Считай, что твой друган драйвер задонатил, вот, заплатил за твою рекламу. Вот. За рекламу. Мы как бы, канала, да, не пиар-контора, но, по крайней мере, это вот так вот работает, от души все нормально. Супер, заходите к человеку, у него реально... Интересно, всегда заходишь, в любая игра, он вон, вижу, так классно комментирует, шикарно, просто вот. Есть у человека талант определенно к этому, да, у него, то есть, подрасположен дух, душа, все, он это делает прям с удовольствием. Есть успели, некоторые нет? Сидят там, такие, так, вроде демон так себе, ушел. Да. Это как раз таки тот случай, когда он это делает прям, чувствует то, что он кнейзе. Делает. Кнейзе. Кайф. И это видно. Такие вот дела.
Блин, как он меня первый раз напугал, этот дебил. Сейчас надо мне... Ну здоров, брат по крови. Перейс. Что, не заметил меня? Вот и другие не замечают. Да я тут уже как родной. Слышал, ты на терминал задрезил? Слушай, чего я... На фоне ролика остался мой гелик на твоем канале. Да, мага! Это как раз таки. Именно тот... Тот ролик... Такс. Который я как бы, ну... У нас разговор с тобой был, и ты говоришь, вот рекламка, там рекламку, и вот тебе, пожалуйста, в принципе, то, что ты хотел, ну, как бы, да. Так, почему у меня вот так вот получилось? Ладно, секундочку. Сейчас мы поднастроим. Секундочку. Так, раз, два, три, четыре, пять. И вот такие вот небольшие каналы или большие каналы, в принципе, без разницы, будем посещать периодически, когда вот такие подобные рода будут стримы в стиле подкаст, что-то в этом роде такое, где разговорные такие стримы, как бы просто это очень хорошо, когда ты заходишь, с тобой общаться, то есть никаких там намеков или еще чего-либо, то есть это все должно делаться от тебя, от души и так далее. Так, мне нужно, я хотел просто поменять на фоне музычку, сейчас врубим, и все будет супер. Секундочку. Ну-ка все, почему не работает? Алло, алло. Что у нас? Что у нас сегодня? YouTube. Так, вот такая вот штучка. Меняемся. Так. Почему я так высоко там? Нет, плохо. Передвигаемся вот так вот. Так. Раз. Раз. Два. Это один... Из клипов на моем канале. Так, сможем даже музычка там есть такая. Я вот так ее на фоне сделаю. Такие вот дела. Так, вопросов несколько было. Привет всем. Катерина Найс, здравствуй. Ничто не истинно, здравствуй. Вышел зайчик погулять. Да, Катерина, привет. Мага, Катерина, Кабан Продакшн, Стип Геймер. Все-все-все, кто присутствует в чате. Благодарю всех, кто забежал. Я выпускал на днях, буквально-таки, вчера, мне кажется, это было, шортс. Вопросы для меня. И если у кого-то что-то есть так интересно. Да, благодаря Варвару я и подписан на тех, кого подписан. Да, вот мага подтверждает еще раз. Варвар 37 человек с большой буквы В. То есть заходим, подписываемся, смотрим. Отличный контент. Я просто хотел, ну, поставьте мне просто несколько вопросов, кому будет интересно это все дело, что-то интересно будет спросить у меня лично, может быть, какие-то личные вопросы. Ну, по мере моей способности, я, конечно, соответственно, их могу на них ответить. Да. Леди Катерина, как там Donation Alerts поживают? Да, кстати. И вот такие вот, ничто не сын, также... Халтурит. Катерина, у вас сейчас стрим не начен случайно? Вот. Шучу. Просто вот сейчас зашли мы. От души человеку как бы помогли чуть-чуть. Все супер. Я сейчас хотел бы как раз таки вот эти вот... Сейчас послушаю звук. Просто... Да, звук, звука мало. Да, секундочку. Где звук? Секундочку. Секундочку. Все, нормально. Так, итак, перейдем непосредственно к тому, что я хотел. А точнее, несколько ответов на вопросы. От подписчиков, то есть такой вот, в таком стиле попробовать, думаю, ну,
Вдруг кому будет что-то интересно, особенно, может, какие-то, у кого-то есть какие-то вопросы там, ну, это... все может быть. Так, нет, вчера стримили, и Алекс, когда скучно было, он с Donation Alerts. Понятно, ну вот. И там скоро тоже буду пропиарить. Да. Кто сейчас находился в самом начале трансляции, вы видели, мы зашли, то есть я зашел на канал, который в данный момент проводил трансляцию, я на него уже подписан очень давно. Hot Games, привет, здравствуй. Я подписан очень давно на этот канал, и как бы мы общаемся время от времени периодически так. И вот так зашел, просто от души такая небольшая мотивация. Без разницы, там, небольшая копеечка, то есть мало, много, кто каждый считает по мере своей возможности, да, кому-то 100 рублей очень мало, кому-то 100 рублей это вообще много, то есть люди абсолютно разные, ну вот так вот мы на мелких началах будем помогать каналам, именно мелким, не тем, у которых там за 50 тысяч, а именно вот в районе до 2000 подписчиков, там до 1500, скажем, что прям, да, у меня почти 3000 просмотров и 500 лайков. Вова она. Катюша, привет. Леди Юля, приветствую. Приятного просмотра, отличного настроения. Всем еще раз здравствуйте. Всем, кого не видел, кто только что дошел к нам, забежал на такой маленький стримчанский. Я сейчас в течение следующих 30 минут попробую как-то что-то объяснить, рассказать. И отвечу на несколько вопросов, которые были заданы мне. Если вас что-то интересует про меня, какой-то вопрос, на который я смог бы ответить как-нибудь бы, то, соответственно, можете его писать в чат. Не стесняемся. Ролик, который в данный момент крутится на фоне, это с моего второго или третьего канала, там, да, с музыкального. Такие вот дела. Итак, день назад мне под моим шортсом, который я, в принципе, вот задавал насчет вопросиков, чатом, все дела, написал мне Love Games, очень классный стример с города Пермь, вроде бы Илья, написал вопрос от уральского мальчика Илья. Скажите, а есть ли жизнь на Марсе? Вопрос интересный, в то же время это как бы... непонятно, потому что, ну, кто-то говорит есть, кто-то нет, понятие растяжимо, но я думаю, если какие-нибудь такие вот люди, которые уже, в принципе, вот, как вот Илон Маск, такие влиятельные, Билл Гейтс, если они рано или поздно полетят на Марс, то, ну, у них как бы, если это копейка, то будет все супер. Так. В чатике, да, для меня вполне хватало просто лайки и комменты на моих роликах. Мага, мы все сделаем, я тебе кое-что покажу на днях. Ты, главное, если я тебе что-то показал, рассказал, слушайся, будет все отлично. Я говорю, вот, Чиканоксов супер послушался, все работает, помогает, все. Гидра, Бур, Сереги. Ничто не истинно, заботливо наш. А кто где? К тезке Алексу. Вот. По мере возможности будем вот такие вот вещи делать. Заходите на другие каналы. Какие глобальные вопросы у Ильи? Да, Love Games спросил про Марс. И это было как бы и смешно, и тяжело. Потому что кроме Марса я знаю только Сникерс. Это не реклама. Но. Ученые там что-то летают, смотрят. Я думаю, если в этом духе все будет продолжаться, прям... таком насыщенном, то есть ли жизнь или нет, это полбеды, но дело в том, что в ближайшие 10-15 лет еще там реально кто-нибудь может заселиться, а это к базуке зайти. Да, сейчас поговорим, еще пару минут отвечу на несколько вопросов, и в принципе я могу потом забежать еще к кому-нибудь другому. Да, Карлану, Келье, да, название каналов как-нибудь посмотрим. Рула Хуба писал мне комментарий под вопросом. То есть, ну, вопрос задал. Что планируешь дальше снимать, бро?
Снимать планирую несколько интересных вещей, которые связаны будут прям с такими мыслями в голове, сильными. Сникерс, да, Сникерс я тоже люблю. Сникерс, вот. Сникерс супер. Связанные с определенными моими мыслями в голове. И, конечно же, много будет, надеюсь, если нам все у нас будет нормально, если ничего больше нам не помешает в этом 2022 году, то будет больше путешествий. Ну и, соответственно, кроме этого, что будет путешествие, еще в планах купить камеру. Я продаю старое оборудование, потому что мне нужна камера новая для влога, которая будет помогать мне прям в путешествии на автомото или просто, ну, в путешествии именно для записи годного контента, то есть где будет больше качества, будет проще. Я у всех к медику Александр Медик, да, Медик Плеер, если ты говоришь Медик Александр, Медик Плеер, то я знаю такого человека, мы тоже как бы, ну, заходим друг к другу, правда, давно его уже у меня не видел, но это не страшно. И так что к леди Любе, название канала. Так, такие вот дела, этот пару слов для о будущем контенте, то есть все это будет в 2022 году. Могу обрадовать вас, конечно, небольшим таким спойлером, то есть контент, который я еще писал в 2021, он еще не весь исчерпан, то есть у меня еще есть как бы есть записи, надо просто все монтировать. Это Дед Евген, Тимас, вау, сколько каналов, класс, это все надо будет обязательно, все обязательно надо будет сделать. Ты мне можешь, вот если вот эти вот, ты написал мне сейчас название каналов, когда стрим закончится, когда стрим будет на улице, то есть стрим будет в открытом доступе, прямо под комментариями ссылочки оставить, я могу, соответственно, тогда зайти посмотреть, подписан я или нет, потому что у меня уже стало столько каналов, и я не могу просто из-за того, что времени нет, мы заходим именно в те каналы, которые более-менее вот активно, то есть у них что-то выходит, и тогда и заходишь, мне там YouTube колокольчик срабатывает и так далее. Вот Hot Games Юля, вот если она, допустим, у нее не было стрима, но какое-нибудь видео вышло, или шортс как-то у него даже выходил, было дело. Такие вот дела. Ничто не истинно, я везде. Супер, молодец. Я знаю, как вот ничто не истинно, твой канал еще есть. Just Go Game тоже такой же, он тоже везде. Это вообще просто. Я через вас, через нескольких человек познакомился со столькими новыми людьми. Чиканок Стар Супер познакомил меня с другими. И вот это вот так все вот комьюнити завязалось. То есть у нас сейчас получилось такой большой кружочек такой, да. Растут. Resident Games, привет, отличного стрима. Благодарю, я заходил, где-то мы с тобой встретились. На Geofacher, так что... Но он почему-то не отвечает. Я ему написал, ты написал, и тишина. Я не знаю, у него, может, микрофон не подключен, он просто играет. Такие вот дела. То есть ждем периодически. Будет время, будет обязательно будет новый контент. Я уже в разработке, кстати, вот следующий фильмец, который будет намного длиннее, думаю, чем были все остальные видео. Да. Если что-то вам интересно, то есть сейчас прям в чатик прям задаем вопросики, так что ничто не истинно, ты понимаешь, да, то есть пишешь, когда вот этот стрим выйдет онлайн, прям в комментариях, прям коммент, ссылочка, следующий комментарий, ссылочка, я потом могу зайти, проверить, на кого из этих людей, которые ты написал, ну, много названий я уже знаю. Но все равно посмотреть, то есть у меня подписочка, нет, потому что иначе, если как бы подписочки нет, мне под подписочки мне будет легче в следующий раз, если у них какой-то стрим есть, зайти к ним на прямую трансляцию, посмотреть и так далее. Такие вот дела. Да, 21-й был такой интенсивный год. Последние 3 месяца 21-го года еще вот я перешел вот именно в этот формат. Канал Драйвер изначально был создан, в принципе, вообще-то не для стримов, а именно чтобы влоги, то есть что-то снимая с повседневной жизни, что-то вот именно вот эти мотопокатушки.
Вот так получилось, это такое переросло влог, стримы, шорты, сейчас еще геймплей, то есть полностью, ну, почти что моя жизнь, вот единственное, не могу показать, ну, где я работаю, как я работаю, то есть работу нельзя, некоторые вещи я не могу показать, иначе меня позовут в суд куда-нибудь или еще что-нибудь. А так, в принципе, вот все, что остальное, более-менее такое в рамках, то есть все, что можно показать. Показываем, смотрите, кому интересно, ставьте там лайки, комментарии, я не знаю, на ваше усмотрение, никто, как бы это все должно происходить абсолютно на такой, как сказать, добровольной основе, то есть нет такого, что я вам говорю, ставьте там комментарии, прям, если не хотите, не ставьте, если вам это нравится, то есть от души, вообще, ну, никто вас в этом не держит, можете ставить, я только за. Ну вот, что еще у меня? Канал Driver Garage, который я, в принципе, вот начинал. Этот канал, он связан более или менее вот с таким автомото библиотека такое вот все. И ссылочку на этот канал, как бы, я тоже сейчас могу оставить вам здесь в закрепе. Да, и, ну, как бы оно все осталось, оно все это тоже дальше работает, все это двигается, но это оно так и останется, то есть там я не буду такие вещи, как вот здесь, допустим, вот это вот разговорное показывать, все вот это вот. Да, ничто не истинное, вообще молодчина, тут даже, блин, слов нет, как бы, конечно, молодчина еще и какой. И как бы вот оно вот так все останется, оно все вот так вот будет работать в этом дальше духе. То есть это мне останется Drive Garage, такая автомото-библиотека. И в дальнейшем еще, конечно же, посмотрим, что будет там, допустим, у нас, я не знаю, как мы это сделаем. Но здесь вот этот будет продвигаться канал именно вот в том духе, как сейчас это есть. То есть стрим, влог. Извиняюсь. Вот это да. Привет. Поздравляю с 300 подписчиков. Блин, благодарю от души. Я вообще не ожидал, что такое вообще может когда-то произойти. Если честно, это все благодаря вам, подписчикам. Благодаря вашим комментариям, просмотрам, я не знаю, продвижению на каком-то на ютубе. Что вам нравится мой контент, или, ну, супер, поставил две ссылочки в закрепе, это канал Чеканок Стар Супер, и мой второй Драйв Гараж. Как настроение? Настроение вот такое вот, как сказать, воскресенье, как бы, ну, есть свое такое вот, то, что завтра мы на работу, там, понедельник, вот это начинается все быт, но... Мы держимся, все супер. Вот ничто не истинно. Ларгейм, приветствую, друг, приятного просмотра. Вот вы друг с другом все общаетесь, знаете, это уже хорошо. То есть я вот, я уже до того дошло, то есть заходишь, кто-то в чат пишет что-то, и я по никам уже знаю, кто там, как, чего, такой класс, класс, класс. То есть уже запоминаешь народ, запоминаешь людей, супер. Так, Соника, это Леди Люба, Леди Люба. Да, такие вот делишки. Так что, вот что-то такое, как сегодня включал, будет в дальнейшем, только есть еще план еще помощнее. И привет, друг, благодарен. А как смена закончилась? Ладно, ты на работе был? Вообще смена, ну класс. Кава, всем привет, стримеру творческих успехов, благодарю, вот человек тоже делает от души много для кого рекламу, вообще классный чувак. Кава CDX6R, так, такие вот дела. Ссылочка на многих из вас каналов есть у меня в описании, если у кого кто-то сказал, что там в описании его нет или себя не найдет в описании, вы мне пишите, я обязательно все сделаю. Только проснулся, вообще отлично, я не знаю сколько, у нас сейчас 12 часов, сколько у тебя там времени, 4 часа, 2 часа дня, тогда если только проснулся, доброе утро, чай, кофе, просыпайся бодрячком, отличный канал, отличный контент, захожу, говорю всем периодически по времени возможности, это потому что стало в какой-то момент переросло что-то такое,
То есть я не понимаю, если это дальше пойдет так же в гору, как вообще можно кому-то заходить. То есть свободное время, оно тоже ограничено, потому что работа, семья. Как бы и нужно монтировать. Придет лето, будет мотоцикл, будет опять же, начнется запись контента, вообще будет некогда. 17.09, у нас 5 часов, ты в Сибири живешь? 17.09, у нас 5 часов разница, вау, у меня 12.09. Да, улыбается, я значит в Сибири, если улыбается, значит точно где-то вот там, в Сибири. Да, мы там, я там родился в Сибири. Такие вот дела. Как-то вот так, ну, вопросов, конечно, для первого раза, я думаю, было маловато, но я об этом, это, конечно, ожидал, но это, я думаю, если вот сейчас вот такой один раз мы такой стримчик сделали, то, что будет еще побольше в следующий раз, мы с Рваном земляки, вообще супер, это ж хорошо. У меня тоже есть такие, собираются стримы по другим играм будут, Тарков, Скам. Кава спрашивает, да, Кава, Казахстан, а, понятно, ну тогда если 5 часов разница, тогда будет это уже Казахстан, который на восточный, ближе, который к Алтаю, скорее всего, да, потому что на Алтае у нас так как раз 5 часов разница. Стримы по другим играм будут, у меня был стрим месяца два назад, где я показывал все мои игры, а игр у меня вообще очень много, и... Конечно же будут, но поскольку я уже начал игру проходить драйвер, я хотел бы прям пройти по сюжету, пройтись. То есть, когда игра будет более-менее уже закончена, я начну и другие игры играть. У меня есть много других игр, но мне просто цель такая, что надо все-таки игру полностью пройти, то есть от корки до корки. В дальнейшем буду именно чередовать там 2-3 игры. Каждый день что-то разное. У нас 18.10, да, 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 да. Это получается туда дальше, это что там, Томск был туда, или что там, Красноярск, Томск, в ту сторону там, да, 18.10. Где-то там. Это, да, 6 часов разницы у нас. Вот я с человеком, в описании есть зомби-апокалипсис геймс, да. Вот, привет всем из солнечного Дагестана. Вот у человека всегда солнечное тепло. Любит автомобили, любит игру, и игру. После этого стрима я, конечно, включу стрим-драйвер мага, чтобы ты знал. То есть сейчас мы проведем вот такой вот маленький разговор и включаем, в принципе, стрим-драйвер. В последнем шорте перед стримом я как раз сделал то, что ты меня просил давно уже, все как-то некогда, времени не было. Небольшой шорт именно, где показаны некоторые каналы. То есть, если я включаю YouTube, у меня включена не одна вкладка, а включена сразу 8-10 каналов, да, и наблюдаем, и периодически там или здесь пишу, отвечаю и общаюсь с людьми. Такие вот дела. И это, в принципе, мог бы взять такой маленький пример каждый, потому что это вообще не сложно, это очень просто, и почему нет, ну, как бы такая поддержка друг друга. У нас, а у меня по Москве 14.11. Ну да, то есть у нас 2 часа с Москвой разница. И через 2 месяца, когда время переведут на летнее у нас по Европе, у нас будет опять час разница, всего лишь час. Такие вот дела. Да, про игры в будущем будут это прям без особых каких-то реклам. Просто буду включать. Будем смотреть, играть, что-то пробовать, но в первую очередь я все-таки хочу пройти игру драйвер до конца. И она вот последние прям 5-6 стримов мне уже прям понравилась, она сидит, прям вот это управление на автомобиле, вот эти вот дрифт, дрифт мага, вот дрифт. Кто там тебе говорил, что дрифтовать на ней нельзя или она не нужна, это все, конечно, бред. То есть игра состоит из этого, дрифт. Такие вот дела, как-то вот так. Так что не забываем заходить, в описании есть много контента, много каналов, подписывайтесь, ставьте там друг другу комментарии, чтобы люди знали, откуда вы, откуда пришли, как вы нашли тот или иной канал, как бы все это, то есть это не просто, ну, как, это не такая, что прям реклама, а именно такая взаимоподдержка, там, взаимно, на взаимнике все, да. И
отлично работает, в принципе. Это, опять же, на добровольной основе. То есть никто никого ни к чему не принуждает. Полосочка Donation Alerts собирается, в принципе, тоже не для меня, как вы могли прочитать. Тоже идет все на благое дело. Я думаю, в скором времени мы уже будем это раздавать. И это будет проходить именно на лайвстрим. То есть, как вот сегодня Варвар получил небольшой донатик, небольшую мотивацию от меня. Такую мотивацию получить может, в принципе, на стриме каждый из вас, у кого будет стрим включенный. То есть во время стрима я буду вот теперь раздавать такие вот небольшие мотивационные, ну, в зависимости от этого. Плюс ко всему этому, пожалуйста, напишите, у кого есть консоль PlayStation, Xbox или что-то в этом подобное роде. У меня есть карта захвата, но я бы ее хотел бы, конечно же, в конкурсе разыграть. И под этим видео, пожалуйста, комментарии оставить, есть, нет, и потом посмотрим, в принципе, разыграть в конкурсе, и, ну и как бы пройдется. Бро, тебе не помешало просто турник дома поставить, чтобы это просто... Чё-чё-чё? Бро, тебе не помешало просто турник дома поставить, чтобы просто подтягиваться. Может быть. Но у меня донат ссылки нет. Да, а это плохо, кстати. Но не страшно, все делается, все делается. Это все можно настроить, все можно сделать. Это все, все со временем. Все покажем как-нибудь. Все очень просто, в принципе. Так, ну, вопросов, в принципе, смотрю, сильно больше таких нет. В данный момент кто у нас еще? У нас еще зомби, у нас стрим идет. И я хотел бы, ничто не истинно, взаимно на это с самого начала, если что. Да, он вообще, как бы... Места байку не будет. Места байку не будет. Да, да. За разницей во времени не могу смотреть стримы, с сыном смотрим записи, ему нравится. Ну, это классно, я как бы, да, я понимаю все, вот это вот наш такой небольшой минус, что в плане того, то, что как бы у нас вот этот вот именно стоять, что именно вот этот вот разница во времени. Разница в вот этих всех. Ну что могу поделать? Я, ну да, часовые пояса там, да. Я просто я тоже как бы не могу смотреть, как бы стримы. Я не могу. Ну, могу смотреть некоторые. Я не могу, допустим, присутствовать у всех где-то на стриме онлайн. Вот сейчас, допустим, наш коллега, наш друг. Стрим тоже проводит. Я не мог. Ну, то есть, когда он начал, у нас разница во времени 9 часов. Человек стримит с Владивостока, как бы, и это как бы тяжело мне присутствовать у него на стриме. Так, сейчас посмотрим, у него стрим, если сейчас еще идет. Так, проверим. Если у него стрим идет сейчас в данный момент, то мы к нему также, в принципе, сейчас. Так, вот, капец, ты похудел из-за того, что сбросил, Забросил дальнобой, нет. У меня 29-го стрим в новой рубрике, что я говорю, в гостях у Кабана. По теме мотопутешествий гость немало известный для мотомира. А вот это вот, кстати, вот будет очень интересно. Как премьера будет на канале, соответственно, поставим колокольчик. Не пропустим вот это вот все, потому что это да, это в своем мире. Так, да, в гостях немало известного мотомира. А вот это мы посмотрим. Мне прям интересно, кто будет в гостях. Но я могу себе предположить, но я сейчас не буду это вещи такие говорить. Как будто тебе жена не кормит. Кормит, все хорошо. Все хорошо, просто держусь. Так, человек залетел на стрим. Я у него в гостях. Посмотрим, что и как и почему. Собирал себе на микрофон.
Не, да, на веб-камеру, точнее, извиняюсь, на вебку. Всем, кто в чате, просто напишите под моим роликом, и через вас стрим могу подписаться, поставить лайк. Вот! Вот вам, пожалуйста, предложение. Это все так просто. Так, вот он. Зомби. Сейчас мы найдем его. Donation. Так, сюда. Раз. Соответственно. Идет. Идет, идет. Да, могу себе представить, кто там. Я думаю, это, наверное, человек, который последний раз дальнобой сделал. Так, а что у нас там такое? Дрюня. Я же муж. Я же муж. Стоп, сейчас поздороваемся. Поздороваемся. Чатик там сбоку на экране, я думаю, видно. Да. Секундочку. Есть чатик. Супер, супер, супер. Так, чё молчим? Пока молчит. Ну ладно, подождем. Теперь нам мой чат не проспать. Так же самое ничто не истинно. Оставляю ссылочки потом под этим видео. Позже в комменты пиши прям. А почему красный здесь? Что случилось? Ага. Все понятно. Что такое? Что у него? Микрофон не включен, я не могу понять. Почему молчим? Что случилось? Хочешь получить от меня крупицу мудрости? Чего изволите? Все равно пора сделать перерыв. Ну вот, не может человек говорить, к нему в гости забежали. Так, в этом году будет много гостей, будет интересный год. Блин, супер, конечно, но кто знает. Но я надеюсь, мы еще в этом году увидимся или в Весло, еще или где-нибудь, да, на встрече. Почему бы нет, то есть буду очень рад. Надеюсь, нам вот эти вот, вся ситуация с вот этими... прививками, всеми этими делами, чуть-чуть надо как-то тоже передвигаться, не знаю, мотопокатушки совместные, прям вот как были уже такие вот дела. Буду очень рад, конечно, если в этом году мы увидим, в том году вот у нас один раз мы увиделись, и все, получилась одна встреча, единственная, и потом все как-то не получалось, и год так и закончился, так что, ну это класс, это будет очень интересно. Думаю, не только для меня. Соответственно, так, день-два заранее, чтобы примерка была, что что-то выйдет новенькое. И, соответственно, мы это все сделаем. По-любому увидимся. Это в среду на... Нет, я не могу, к сожалению. У меня... я весь день на работе буду. У меня не получится. Меня даже на работе не отпускают, потому что мой коллега заболел. Он сильно болеет, и я никуда не смогу приехать. И этого никак, к сожалению, нельзя сделать. Но что поделаешь? Что поделаешь? По крайней мере, ну, кто поедет, это будет классно, конечно, это будет интересно. Это хорошо, тоже оздоровительная такая процедура, блин. Но в этом году у меня никак абсолютно. Я пытался. Мне замену не дают пока. И если кто-то новенький придет, надо будет его учить. Но это будет очень тяжело. И так что, я думаю, если увидимся, уже будет март, апрель. Я надеюсь, до того времени у меня... Или мне дадут нового напарника, чтобы я его обучил. И мог в себе взять наконец-таки выходной. Потому что это уже очень-очень-очень надоело.
Я сделаю ролик. Да, вот это вообще супер. Это отлично. Это отлично. Я прям, я буду очень рад. Потому что, ну, слава богу, что, ну, если где-то мы не успеваем на месте встретиться, хотя бы посмотрим. Я с удовольствием смотрел про Италию, потому что для меня было это вот Италия по катушке. Это прям, да, Италия. Я сам в Италию постоянно езжу. Я даже пересматривал там некоторые места, блин, и... Следующий мой запланированный, если будет какой-то большой отпуск, то это будет, опять же, поездка в Италию. Это 100%. Уже в апреле открытие сезона. Ну вот, до того времени все будет супер. Надеюсь, ничего нам не будет мешать в этом 22-м году. Постараемся все сделать хорошо. И сейчас мне надо январь, прям февраль и... Половина марта прям работать так, чтобы потом в апреле, в мае можно было несколько выходных взять. Потому что проблема все в том, то, что надо иногда в субботу работать. А мотопокатушки совместно, они происходят, соответственно, в субботу. Из-за этого я сейчас хочу прям работать. Прям в февраль прям вообще выходные не брать, чтобы потом я мог в начале сезона субботу брать себе выходные. И, соответственно, вместе все на байках. Это будет супер. Камеры... Задумываюсь тоже уже о новой покупке новых камер каких-то там, да, и продаем что-то старенькое. Переходим, соответственно, на чуть более новую технику. Ну, посмотрим. Так, в феврале мы едем снова в Украину. Это, конечно, да. Потому что там сейчас тоже ситуация накаляется чуть-чуть. Да. Нет... Такие вещи лучше потом. Как что-нибудь пройдет, это класс. То есть, ну, вот такие путешествия у вас, что там было, сколько серий было, это вообще было классно. Да? То есть, смотрел фильмы, как будто с вами находился в путешествии, да. То есть, не каждый раз такое бывает, это интересно. И на всю жизнь, то есть, вам получается такой, да... Сделали такой трип, то есть проехались, и такое было автопутешествие. Конечно, на мото было, наверное, еще шикарнее, но было автопутешествие, это было не менее классным, было красиво. Было все супер. Такие вот дела. Это хорошо. Я ссылочку тоже добавлю на, под своими влогами, добавлю потом на, в описании. Будет, соответственно... Зайдут, может, мои подписчики посмотрят. Так, итак, мы находимся на трансляции. Человек собирает на вебку. Что-то он дорогую вебку начал себе собирать. Но мы ему пару рублей ему забросим. Мага, напиши ему, что сейчас прилетит донат. Я знаю, ты сможешь. Я как раз тут все это сделаю. Так. Вот, супер. Супер. А кто да в зомби зашел? Спасибо, да. Вообще, взаимочка работает у нас отлично. Сейчас донат придет. О, мага, блин, вообще от души. Сейчас собираем человеку, как говорится, на инструмент. Он помогал мне, помогал коллеге нашему прям сильно. Так, что у нас тут такое произошло? Блин. Спасибо, да. Там очень много контента путешествия, именно путешествия было. И там и Украина была, там и Италия, все вот это вот. Ах, классно. Так, зачем спойлер? Надо. Так. Зачем спойлер? Надо. Вот так мы поставим. Так, это про третий стрим, который мы... Стримит эту игрушку. Да. Где донат?
музыка прям супер. Зомбак, музыка отличная. Что у тебя? Вот этот зомби, ты находишься у меня сейчас на трансляции. Если что, забегайте. Сейчас я ему ссылочку прям в чат брошу. А нет, не получится так. Надо по-другому. Так, вот возьмем ссылочку. Так, зомби ссылочку. Собираем, собираем, собираем потихоньку. Потихоньку. Это, в принципе, несложно. Такими небольшими шагами человеку будет приятно. Почему нет? Как бы, ну, он говорю, когда он помог первый раз нашему общему другу, то вообще, как так-то, да? Хотя Юлю ты не переплюнешь. Так как раз находишься на трансляции у драйвера. Да, 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 да. Юлю? Никто никого переплевывать не будет. Это был сегодня уже второй. В следующий раз вас ждет намного интереснее вещи. Обещаю. Это было только начало. Такая маленькая тренировочка. Я вижу, что кто находился у меня в чате, приходит к другим, к стримерам, которых я показываю. Это вообще классно. То есть пишут. Все работает. Все супер. Ай, да. Можешь потом попозже чуть-чуть посмотреть. Минуту назад стрим отмотай. И ты видишь, все видели, мои подписчики видели. Такие вот делишки сегодня. Вот сегодня такого типа рода контент. Как-то вот так. Было пару вопросов. Было пару донатиков стримерам начинающим. Которым, в принципе, вот пришел к нам. Вот, чуть больше месяца. У него 100 плюс подписчиков. Или 110 даже. Да, помогли. Чем могли, теперь он развивается дальше. Надеюсь, следующий егошний ход как раз-таки будет вот эта вот вебка. Будет стоять вебка, и будет все намного интереснее. Почему у тебя в полоске доната не отразилось, а то, что сейчас тебе прилетело? Вот, то есть, как у тебя было 200, так и стоит 200. Я не вижу, чтобы там отразилось пока почему-то. Ну да ладно. Посмотри, разберись с Donation Alerts. Всем хорошего настроения, я сейчас этот стрим закрываю и продолжаем прохождение игры Драйвер. Все будет супер, то есть надо пробежаться по сюжету, пройдем это все дело и будет вот так вот. Будем продвигаться, конечно, дальше, смотреть, пробовать, участвовать. Всем большое спасибо, кто написал вопрос какой-то, которого, может, что-то интересовало, то или иное. Я был рад ответить, как смог. В дальнейшем будет намного интереснее. То есть сегодня такой маленький стрим был, только разогрев. Давай, удачи, увидимся. Вообще, благодарю, что забежал. Очень был рад присутствовать. Драйвер играет драйвер. Да, сейчас это все будет. То есть в дальнейшем... Через несколько недель буквально таки я доработаю свой план, и вы увидите, это еще будет та штучка, такие вот дела. Это сейчас только начало. Так что жаль, я пока с микрофоном не могу. Зомби, ничего страшного. Отмотаешь стрим на пару минут назад, потом посмотришь, ты был там и здесь. Вообще прикольно. Такие вот дела. Собирай на вебку, мы соберем тебе. Мы собираем чеканок Star Super, ссылочка в закрепе на компьютер, потому что человек делает очень много добра, пользы всем. Но, к сожалению, по финансовой части это как бы тяжеловато. И мы помогаем прям чем можем, с миру по нитке, по копейке на новый компьютер, то есть на инструмент. Как, да, не игрушка, а именно инструмент, потому что он на компьютере работает, помогает начинающим каналам развиваться. Это классно, то есть это отлично. Такие вот дела. Ставлю заключительный лайк в чатике зомби. И, в принципе, мы продвигаемся дальше. Через недельки 2-3 я заранее буду в Инстаграме напоминать или в
ВКонтакте где-нибудь, в каких-нибудь соцсетях, что у меня будет опять какой-нибудь такой стрим подобный вне игры, и где мы будем также заходить к другим в гости. Ну и, соответственно, кто знает. Зависит, конечно, еще много именно от людей, кто стримит, то есть кто сидит на по ту сторону экрана. Такие вопросики, как на что вы потратите 100 рублей, да? Мне бы очень интересно, ну, реакция людей, и от реакции будет зависеть, сколько они получат, что-то в этом роде. Так что всех благодарю, кто принимал участие непосредственно в сегодняшнем стриме. До скорой встречи, и буквально через несколько минут мы начнем играть драйвера. Благодарю всех, продолжение следует.